сети появилось видео, где армяне почти 30 лет держали азербайджанских пленных. Бункеры были обнаружены в селе Яншак Кельбаджарского района, передает Азия-Ас. Распространяемое в социальных сетях видео снято в селе Яншак Кельбаджарского района. Противник держал пленных азербайджанцев в бункере в холодную морозную погоду в плохих условиях. Глядя на контейнеры с едой, найденные внутри бункера, нетрудно представить, в каком ужасном состоянии находились заключенные азербайджанцы. Предполагается, что заключенные использовались в качестве живой силы. Армяне работали с заключенными азербайджанцами на соседней стройке, а по вечерам держали их в нечеловеческих условиях в бункерах. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо!